Ребята, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой новый рейс. С вами я, Андрей Сухин, и также везу электроника 4 тонны. Сегодня еду в рейс на своем, на новом ДАФе, на тандемчике. Если кто смотрел, да, я выезжал из города Тарту до Пскова. Помните, да, какой был ДАФ до, а теперь после. Красавчик вообще. ДАФ очень изменился, друзья. Долго не было видосика. И съемки моей не было, потому что, друзья, я потрохи покупал некие такие по мелочи, да, такие детали. Брызговики спереди я сделал, огоньки, фигурятники на вот таких фарах, решеточка тоже огоньки сделанный, вот. Также купил колпаки белые на прицеп, на ДАФ, вот. В общем, изменился ДАФ вообще. Ну и давайте садиться вовнутрь. Как вы уже заметили, да, зеркала белые, ручки белые, все белые. Тут, значит, вымпела, пустой, но это с этой стороны, а с другой стороны написано «Андрей». И вот так ДАФ изменился. Ручка, да, я во втором ролике забыл сказать, но она у меня появилась, я ее сделала, потому что, когда я покупал ДАФ, там был вот такой маленький элемент тюнинга, вот такая была ручка одна, и я ее купил. Ну, я, видимо, забыл приделать, но зато во втором ролике я приделал. Вот. Ну, в общем, вот так все изменилось. Шторка ДАФ, вонючка, ну и рация. Да, друзья. Ну и поехали. Снял с ручника, включил фары и поехали. Потому что и так затянул я с болтовнёй своей, пока болтал. Уже и повечерело, вот уже. Ну а мы выезжаем. Такой он красавчик, ДАФ. Так, а тут мы уходим налево и поднимаемся на горочку. ДАФ, ДАФ, XF, ДАФ. Это все у меня светится. Все красиво. Так, тут мы уходим налево. Все чисто и поехали. Ну, а если, например, мне надоест кататься с колпаками, с белыми, да, а я их купил, поставил, вот, так, ага, маленькая прямо поехала. Посмотрим, да, если мне понравится на колпаках, то будем на колпаках кататься, а если надоест, а либо не понравится,
то, друзья, я их сниму, колупайки, и буду кататься на хромовых дисках. Вот. Это я просто прикупил, приделал, наделал всего по трохе, да, тюнинга. Так, тут нам налево. Так, тут маленькая едет. Дождик пошел у нас. Тут направо и поехали. Ох, как. Сразу и дождь, и туман, и вечер, то ли ближе к ночи дело идет. Да, нормально я так выехал. Так, а я хоть с фарами, да, я с фарами ехал. Заехали мы на платку и выехали из нее. Вот так с погодой мне не повезло. Ладно, там бы вечером или ночью бы поехал. Так, ладно еще. А еще в дождь. Да. О, коллеги поехали. На Мане, на Скании. О, Реношечка. Скания. Даже такая Скания. Старенькая. Ну, а у нас дождик перестал уже идти. И мы едем все еще. Тут мы уходим направо. Так, прошли. Все отлично. И едем. Коллега тоже груз везет. Так, направо, налево. Так, аккуратненько. Направо. Отлично. И едем. Так, и как я понимаю, тут я, наверное, припаркуюсь. Ставлю на ручник. Наверное, давайте включим и оставим габаритики. Я фары сначала выключил и включил габаритики. И заглушу DAF. В общем, друзья, привез я груз. Вот. Вот такой у меня теперь став DAF. Очень изменился евро 6 либо 106. Тандемчик, кроны, шторка, ну, сам кузов и прицеп. И все на колпаках, на белых. Вот. Ну, а если надоест, не понравится на колпаках, то я могу их снять и положить в гараж. Вот. Ну, положить, и пускай они лежат. А я буду, если что, на хромовых дисках кататься. Вот. Вот такой... Вот такая, в общем, облицовочка, все белое, ручки белые, и наверху у меня, где против туманочки фары, и внизу, а только вот вверху, и вот, да, вы видите, все беленьким светится, красивенько все. Ну и, наверное, друзья, давайте я сяду вовнутрь.
И, наверное, друзья, буду, наверное, в следующем ролике менять вот эту шторку DAF, вымпел, или как это называть. Ну, потому что вот где вот этот проход, он должен быть вот тут. Ну, видимо, вот такую подсунули в магазине мне шторку, но она не очень как-то смотрится. Да, это я все понимаю, но должно быть вот тут все, но немножечко, видимо, кто делал вот эту шторку, они, видимо, в магазине как-то, ну, либо перепутали, либо промахнулись, или как это назвать, не знаю. Так что буду, наверное, шторку менять, вот этот вымпел. А так и в целом DAF вообще изменился, и красавчик просто. Я аж любуюсь на него. Вот. Ну а так, то пойду узнаю, куда груз сдавать. Вот. С вами был я, Андрей Сухин. Если вам, друзья, такой видосик мой понравился, то ставим лайк, колокольчик, подписываемся, ну и там, может быть, комментарий пишем. И также, может быть, либо услышимся, либо увидимся. Может быть. И также всем пока.